рамках праздника был проведен конкурс «Голос металлургов», друзья. И победителей конкурса ждал сюрприз. Совместное выступление со звездами нашей эстрады. Мне очень понравилось. Нам предложили на выбор артист. Я выбрала. Я очень люблю праздник. Я очень рада, что я участвовала в этом конкурсе. Адреналин вот там, очень все понравилось, очень все здорово. Организаторам большое спасибо. Саше большое, огромное спасибо за его поддержку, вообще за его талант. Мама у него такая, ну вот очень такая милая женщина, мне они очень все понравились. Профессионально, он очень талантливый, очень умничка такой, конечно. Голос, естественно, для меня недостижимый, с его поддержкой. Песню выбирали, мне предоставили три артиста: Капутина, Кривошапка и Эрику. Естественно, я выбрала Кривошапку.